алейкум ассалам. Главные дегустаторы пришли, ассалам алейкум. Как дальше? Все хорошо. Подошла она? Да. Тебе как, нравится? Да, четко. Станешь на тебе. Класс. Ребята, рекомендую вам пройти пока в крытый двор на тахту. Всем ассаламу алейкум, друзья! Вы на канале Шеф Готовит. Вот, наконец, настал тот час, когда я вновь снимаю для вас. Я очень соскучился и надеюсь, вы тоже. Меня не было около 2 недель на канале, так как я был загружен своей другой работой. Те зрители, которые подписаны на мой инстаграм-аккаунт, они следили и видели. А те, кто не подписаны, я вам рекомендую подписаться. Ссылка будет в описании. Итак, сегодня мы с вами приготовим обещанную яичницу из страусиного яйца. Вы набрали под прошлым видео, где я вас просил, 5000 лайков. И пришло время сдержать свое обещание. Сейчас я покажу, как я приготовлю яичницу из страусиного яйца. Вот с такой вот огромадной колбасой. Это у нас вареная колбаса в собственной оболочке. Так. Колбаса у нас ароматная, пахнет просто бесподобно. Колбасу буду нарезать вот такими вот крупными кусками. Уже вкусно. Для начала добавим немного оливкового масла, чтобы наше сливочное не подгорало. Добавим немного соуса сальса. Дорогие друзья, за время моего небольшого отсутствия наверняка YouTube вышвырнул меня из рекомендаций. Чтобы вернуться вновь в рекомендации и мои видео набирали хорошие просмотры, поддержите, пожалуйста, это видео лайком и комментарием из 4 слов. Буду вам благодарен. И обещаю, что в скором времени не заставлю вас ждать и выйдет новый видеоролик с вкусным рецептом.
Друзья, пока наше страусиное яйцо готовится под крышкой, приготовим быстренько салатик. Очень вкусный и простой. Так, и добавляем сыр страчателлу сверху, помидоров. Вот прям вот так. И оливковое масло. Салат готов. Так. Сейчас мы... У нас есть вот такая моцарелла. Мы ее добавим в нашу страусиную яичницу. Дорогие друзья, пользуясь случаем, я хотел бы вам порекомендовать один очень замечательный канал. Так как я знаю, что вы любители посмотреть на вкусные видеорецепты, я от души вам рекомендую видеоканал моего товарища. Его зовут Тихон. Ссылку на его канал оставлю в описании. Парень готовит практически каждый день. Много вкусных, интересных, а самое главное, простых рецептов. Переходите, ссылка в описании. Я Шамиль, 3 вилки. Ты давай, холостуй мне. Ты дрова здесь рубил, да? Да. Первый раз на камеру пошел. Да, если свадьбы не считать. А, если свадьбы не считать. Да. Ему много вопросов не задавали. Все хорошо. Thank you.
Дорогие друзья, вы все время спрашиваете у меня в комментариях, кто построил такую замечательную беседку, такую замечательную помпейскую печь и такой замечательный барбекю камин. Это мой дядя Шамиль и мой отец Рустам. Они вот потрудились в прошлом году, и вот сегодня мы для вас в этой беседке практически еженедельно снимаем вкусные видеорецепты. Вам баркало большое, и вот сегодня они будут у нас главными дегустаторами, так что вам приятного аппетита. Баркало. А я надеюсь. Давай, Нурка. Давай. Да, не зря мы все это построили. Давай, Маш, клади. Все, хорошо. Все хорошо. Все. Мешаем сами смазать. О, все, все. Так, соль, перец давайте, кому не хватает, я дам. Соль, перец. Нет, это нормально. Нормально? Да. Так, если вот кому петрушка нужна, зеленого тоже берите. Цеплять. А что, так можно было, да? Конечно, так нужно. Давай, берешь. Что, ваши комментарии? Страусину яичницу ели когда-нибудь? Замечательно. Я первый раз его увидел вообще, яйцо. Серьезно? Да. Дядя Шамиль, страусиное яйцо похоже на куриное? Ты знаешь, да. Но есть такие вот нотки, что-то вот шедевральное. А так оно более мясистое такое, да? Да, да. Белок более мясистый, да, насыщенный. Насыщенный. Плюс эти руки. Айсал. Я хочу сейчас, чтобы папа и дядя Шамиль что-то пожелали моим подписчикам. Пожелать здоровья, самое главное. Здоровья, исполнение всех желаний, удачи. Пускай в каждом доме будет полная чаша. Вот это. Что еще? А дядя Шамиль что скажет? Хочешь, чтобы он на трезвую тостите говорил? Налей грамм. Он тебе такое расскажет. Да, действительно, можно приготовить с того же яйца разные вкусные блюда. Дай Аллах здоровья моему племяннику, что он нас балует, что он готовит, дарит такие шедевры. Всем здоровья! Баркало, начальник. Дорогие друзья, а на этом наш с вами атмосферный видеорецепт заканчивается. И хотелось бы вам сказать, если это видео наберет 7000 лайков, в следующем видео мой отец приготовит для вас очень вкусное блюдо в Казани. Без проблем. Так что давайте наберем лайки. Увидимся в скором времени. Не теряйтесь. Будет интересно.